Чемпионат области по легкой атлетике в закрытом помещении прошел в Гомеле. В нем участвовали спортсмены с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. На турнире выступали и лидеры сборной области Александр Майстренко, Кирилл Войтик и Роман Гралько. Атлеты соревновались в беге на 60, 200, 400 и 800 метров, прыжках в высоту и длину, толкании ядра и тройном прыжке. Данные соревнования являются, ну, в этом году первыми у нас вообще в календаре стоят. И они являются отборочные для спортсменов-инвалидов по слуху. Будет формироваться команда с Гомельской области, сборная для участия в чемпионате республики. А там будет проходить отбор для участия в чемпионате мира среди в закрытых помещениях, которые будут проходить в Таллине, Эстония, в марте месяце. Для спортсменов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата, значит, это тоже контрольный старт. Они должны будут показать свои высокие результаты. Далее будет у них чемпионат республики. Если они покажут там, подтвердят свои результаты, которые сейчас показывают, то надеемся на их участие, включение в сборную и участие в международных соревнованиях. Третье место на турнире занял объединенный коллектив физической культуры. Серебро завоевала дружина машиностроительного колледжа. Победила сборная средней школы номер 70.